Легкий сибирский морозец – не повод сидеть дома. Для здоровья и хорошего настроения в городе проходит масса интересных мероприятий. По традиции, субботнее утро начнется с проекта «5 верст». Старт в 9:00. Активный отдых ждет любителей зимних видов спорта на стадионе «Тобол», плюшки, лыжи, коньки, сноуборды. Для тех, кто предпочитает проводить выходные в тепле и уюте, тоже найдется занятие по душе. 20 января Дом культуры «Синтез» станет площадкой для проведения международного конкурса творчества и искусства «ВинАрт». Начало конкурсной программы в 9:30. 17:00. Танцевальный вечер отдыха для старшего поколения пройдет в Доме культуры «Водник» поселка Сумкино. Детская школа искусств имени Александра Алябьева в 8-м микрорайоне приглашает на международную выставку детского и юношеского художественного творчества «Рождественская-2024». А в выставочном зале на Челюскинцев-1 продолжается работа выставки «Новогодний вернисаж». Посетить экспозиции можно в субботу с 10 до 18 часов. Погода в выходные обещает быть хорошей. Не сидите дома, проведите выходные весело.